Cookie sound. Сейчас мы Evil 3 от 2, и да, сегодня с вами продолжаем играть Team Fortress 2, и мы попросили в прошлой серии в комментариях поиграть за Хэвика, я подумал, а почему бы и нет, собственно, и вот мы с вами играем сегодня за Хэвика, и мы с вами на карте, о которой вообще впервые слышу, которую вообще впервые вижу, это у нас Фрейд называется карта, вообще впервые ее вижу, я честно говорю, вообще ее впервые прям вижу, прям серьезно, прям вот, прям реально, я ее впервые вижу. Я никогда эту карту не видел. Я не знаю, может, конечно, это какая-нибудь новая, но я очень в этом дико сомневаюсь. Нет, это по-любому не новая. Это по-любому не новая карта. Это просто по-любому. Это карта старая, которую я вообще никогда не слышал. Ну, серьезно, я вообще ее впервые вижу. Ну, серьезно, я не знаю, что это за карта. Я впервые вижу. Так что это, на самом деле, будет очень интересно, потому что... Потому что... А, чё? Когда? Где они захватили, я не понял. Это что ли точка, нет? Нет, это наш. До сих пор. Здорово, братан! Ну да, ожидаем было. Если там где-то идет снайпер, значит там будет второй снайпер, логично. Серьезно, я впервые вижу эту карту. Вообще впервые. Я никогда ее до этого не видел. Не, кстати, выглядит она достаточно интересно, я тебе хочу сказать, прям серьезно. Ё-моё. Так вот уже за использование щитов выгоняют. Так, срочно, срочно, срочно в нашу точку захватывают. Вот. Да. Точно боты, либо читеры. Либо боты, либо читеры, я тебе в этом уверяю просто. Ё-моё. Они нас сейчас победят. Нет. И ускоряемся, ускоряемся, ускоряемся. О, фига. А почему тот их не... А, ну точно, он же бот, да. И эти тоже боты, действительно. Он бегает, просто нихера не делает. То есть вот так вот, да. Ну, все понятно, впрочем, да, действительно. Действительно, все понятно, все это. Все хреново, собственно говоря, я хочу сказать. Все вообще хреново, здорово. Мы играем с ботами. То есть я один тут вообще-то живой игрок. Короче говоря, вот так вот. Да. Ну, бля, я не хочу выходить, потому что я впервые вижу эту карту и хочу на ней нормально поиграть, но эти долбанные боты мне мешают. Нормально на ней играть. Ну что, реально карта выглядит интересно, но эти долбанные боты все портят. Нереально все портят. Хочу нормально поиграть на этой карте, они все испортят сейчас просто. Они сейчас захватят точку, все. А, нет. Ну и долго так будет продолжаться, нет? Кто-нибудь вообще зайдет вот? Другой, так сказать, игрок, нет? Ё-моё, сколько может это продолжаться-то уже, а? Чё? Да не, всё, это какая-то фигня, если честно. Ты заткнёшься, блядь, когда-нибудь, нет? Бля, я не вижу этих долбанных ботов, которые орут в чате. Ну вот, Valve взяли, отменили, в смысле, вот для премиум аккаунтов этих, ну, в смысле, чаты, там, чтобы призывать медика. Они отменили, ну и толку, и толку-то с этого, все равно вот идет и орет этот идиот, в смысле, бот. И тут в итоге все равно боты, твою мать, почему мне попадаются катки, где так много ботов? Ботов, вернее. Почему? Какого фига-то, ё-моё.
Это, блин, боты в натуре. Прям конкреты, прям ботяры, прям. Я вообще не знаю, в смысле, вот как он, какую мне еще катку поискать, где нету ебаных. Ну и по крайней мере в маленьких количествах эти боты. Ну, честное слово, я не знаю, где мне найти катку. Нормально. Да не, это фигня, в смысле. Так, я надеюсь, что вот эта катка будет нормальная, без ботов, ну и по крайней мере с ботами, но с малым количеством, потому что, ну, я задолбался уже, если честно. Искать эти катки без ботов. Приветствую вас. Ага, пошел вон. Приветствую. А, не, все, ну что там было. Есть. Блин. Так, они килл. Ну, на самом деле мало, но как бы. Думаю, наберем, потому что, как бы, пулеметчик, в смысле, хэви, это вообще самый легкий класс, как у меня в Team Fortress, прям самый легкий, поэтому. Я думаю, что мы еще успеем набрать киллы. Не, по-любому наберем еще киллы, я тебе отвечаю. Так, он туда побежал. Опа, здорово. Ох ты, блядь, отдул меня. Я опять в него дошпил, ё-моё. Так, погнали, там кого-то уже хочет опять убить шпион. Долбанный. Так, в этот раз ты будешь смотреть зад. Потому что как появится этот шпион, так все. Так, ну всегда зад проверять. О, здорово, братан. Есть. Здорово! Здорово! Фига. Вот это хорош, конечно. Так, погнали. Подожди, подожди, меня не сюда, не сюда, не сюда, не сюда. Угу. Ну-ка иди сюда, ты. Нет, не, он живой. И вон. Все, теперь точно умер. Ебать, ты что тут делаешь? Ага. Понятно, понял. Так, погнали. Так, я помню, что там этот снайпер, пожалуй, вот так вот буду ходить, чтобы он меня не смог убить. Ага, понятно. Здорово! Куда вы там идете-то? Привет. Блин. Так, ну что-то пока что, если честно, как-то вот вообще плохо, прям очень плохо. Так, что там вообще... Ну да, очень плохо. Очень-очень-очень плохо. Очень плохо все, Покелан. Прям очень плохо. Сейчас мы это будем исправлять, надеюсь, конечно. Есть. А ты чё это? Ну да, ждаем. Так, ну короче говоря, вообще сейчас какой там, 9-й что ли? Да, 9-й. Нет, не 9-й, 8-й. Ну хотя бы 8-й. Не, на самом деле это плохо. Вот за хэвика играй, я должен по-любому вот иметь самые первые места. Потому что, ну, хэвик это самый легкий класс. Вообще в целом самый легкий класс. Который вообще может быть в ТФ-ке. Ну, самый легкий. Ну, как по мне. Да и как по мнению многих, в принципе. То есть, ну, если вот просто идешь себе... И, ну, херачишь всех с пулемета. Не думаю, что это прям как-то слишком сложно, как, допустим, за того же снайпера. Ну все, это победа. Ну чё? Есть. Есть. И все, и тут никого нет. Короче, да. Так, давай. Чё-то вообще, если честно, я в какой-то жопе прям вообще конкретный.
Здорово. Ну да, ожидаемо было. Что-то вообще прям какой-то я конкретной жопе за пулеметчика. Прям в конкретной, просто в конкретнейшей. Нужно срочно, прям срочно делать киллы. Прям вот срочно. Потому что, ну вот, ну в смысле, вот иметь такое место за пулеметчика, как по мне, ну это вот, ну глупо просто. Это очень глупо. Ага, пошел вон. Эта скотина у меня сейчас не надо, короче говоря, пошел вон. Угу, я вниз пошел. Здорово! Сейчас тоже того пойти, кстати говоря, выкурить. Пошли, 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 пошли. Let's go, let's go, let's go, let's go! Есть. Сейчас я пойду того выкурю, 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 выкурю. Так, это прикол, чисть. Я не испугал. Так, подожди, подожди, подожди. Он на самом верху. Ну чё, братанчик? То есть вот так вот, да. Понятно. Я думал, что он до сих пор сидит, а он ушел. Ё-моё! Вот это вот вообще плохо. Бегом, бегом. Делаем киллы, делаем киллы, делаем киллы. Без киллов не уходим. Вот сейчас я очень плохо играю за пулеметчика. Прям очень плохо. Очень-очень-очень плохо. Очень-очень плохо. Просто вот на последнем месте быть за пулеметчика, как по мне, это вот, ну... Ну, просто капец. Вот просто капец. Так, я пойду, наверное, сейчас к ним в тыл зайду. И в тыле. Их всем, им всех там. И все. Приветствую вас, дорогие друзья. Да. Чувствую, мне нормальных киллов не набрать. Вообще чувствую не набрать. Чтобы мне, короче говоря, четвертое место, это хотя бы за пулеметчика, хотя бы. Мне нужно, короче говоря, уже это, 25 киллов сделать. 25 киллов. Я не знаю, где я сейчас буду эти 25 киллов доставать, но как-то мне их нужно сделать, как-то. Ой, блядь, дядя, уйди просто, просто гуляй. Все, отлично, там лежи. Покатились. Пошел вон, снайпер пошел вон. Я догоню, я ее догоню до конца. То есть он что там встал что ли? Он то все равно встал, не дал мне в итоге проехать. Скотина. Так, ладно, поехали. Фу. Ну, кстати говоря, я стоит этого пулеметчика выгнал. Ну, бля, это плохое место для пулеметчика, очень плохое. У меня за шпиона, за которого, в принципе, не так прям хорошо играю. Хотя, в принципе, как оказалось, все-таки я хоть что-то могу за шпиона, но я и даже на... Нет, я даже больше скажу, я на медике даже на таком месте не бываю. Хотя я за медика вообще играть не умею, абсолютно. Но даже на медике я на таком месте не бываю. А тут за пулеметчик, который, по сути, самый легкий глаз в игре, я вот имею такое место. Да, ну это как по мне стыд. Это просто стыд. Здорово. Похору. Понятно, у нас бот. Угу. Даже здесь не нашлись. Здорово. Есть. Так, теперь медика на грохну. Медика грохнули, отлично. Так, это наш. Катим, 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 катим. Все есть. Что там? О, седьмой. Ну хотя бы седьмой уже есть. Хотя бы что-то. Так, я наперед, пожалуй, пойду. Здорово! Есть.
Так, снайпер куда-то туда убежал, вроде бы. Ну чё, дядя? До свидания. Ну и мне тоже. Ой, я шестой. Ну хотя бы шестой, хотя бы уже что-то. Хотя опять же это, ну, мало. Ну хотя бы что-то. Хотя бы уже что-то. Хотя бы что-то уже есть. В смысле? За что? Вы охренели или как? Все отклонено. Я вообще не понял, за что меня хотели выгнать вообще. Вообще не понял, за что меня хотели выгнать в итоге. Вообще не понимаю. Отлично, так. Присел. Блин, ладно. Так, а, все, я шестой до сих пор. Ну, это, учитывая то, какие тут места, это мало все равно. Мне, короче говоря, нужно 2 килла сделать, чтобы хотя бы что-то было. 2 килла, 2 килла. Так, телепортируй меня. Телепортируй меня. Все, отлично. Приветствую. Почему мне сейчас не засчитал, что я его убил? Я же его убил, по идее. Ну, ладно. Так, пойду наверх. Чё? А, сзади, да. Ага. Понятно. Буду знать. Мне нужно, короче говоря, мне нужно 5 килов взять, но я не успею. Все, мы докатили, получается, вагонет. Не, ну давай, попытаемся, так сказать. Давай, успеем 5 килов, надеюсь, сделать за это маленькое время. Давай. Очень надеюсь, что мы сможем. Приветствую. А, теперь я той самый последний, да? Офигенно. Ну это все, в смысле. Да, это все. Это может даже не идти, в смысле, это просто. Это все. Все, мы победили. Хреновая на самом деле катка. Прям хреновая катка. Прям серьезно, прям вот хреновая. Короче говоря, ребят, я решил еще один раунд сыграть, потому что, ну реально, ну прошлый раунд был каким-то вообще позорным. Просто на последних местах был, ну нафиг. Вот в этом раунде надеюсь, что все будет нормально, как обычно. Потому что, ну серьезно, что это такое вообще было? То есть, на последних там местах был. Ну это правда, это очень тупо. Очень тупо. Здорово. До свидания. А ну-ка! Есть! Есть! Ну вот, уже нормальное место. Хрен тебе, а не огонь. Есть. Чё, откуда? Ага, здорово, братан. Так. А, все отлично. Так, где выгонят? Блин, скотина. Так, ну второй. Ну уже нормально для Хэвика. Хорош. Так, пошли. Да, давай. Пошел вон. Есть. Здорово. Пока. Есть. Я вообще удивляюсь, как я после этого вообще могу быть не первым. Ну, серьезно. Я столько киллов уже сделал, что это капец. Отлично, все. О, второй нормально.
Стоять, вот. Так, теперь этого. А он все, он просто вышел. Нормально. Вообще они отсюда выходят здесь? Блять! Сука, хоть ты так пугаешь-то? Блин, сел, не испугал, я вообще не знаю. Так. Вообще-то, ё-моё, как же долго-то идти, ё-моё. Прям вообще. А, здорово! Чё, по-моему, это читер. В смысле? Ты охренел? Какие читы? Да ты офигел, что... Классно. Просто классно. Просто офигенно. Угу. Какой долбоёб сказал, что у меня читы? Я не знаю, какой долбоёб это сказал, но он явно долбоёб по жизни. Это я прям просто в этом уверен, потому что, ну вот какие читы? Я не знаю, в смысле. Вот я не удивлюсь, если это вот сказал тот снайпер, который использует читы. Ну, ты понял, о ком я говорю, надеюсь. Короче говоря, вот, ребят. Вот так вот, короче говоря. В общем, вот такая у нас сегодня серия за пулеметчика. Не сказал бы, что прям офигенный, вообще нифига не офигенный, раз что последнего там я где был вторым, и то не до конца мы в итоге вот из-за этого вот, из-за этого вот доиграли, так что да. Но в любом случае, с вами был Геапл3А2, мы с вами играли за пулеметчика в ТФ2. Пишите, за кого бы хотели, чтобы я поиграл в следующей серии. И да, с вами был Геапл3А2, и всем пока.